Ребята, всем привет, с вами Александр, и скоро у нас будет прорыв в области гибридов, так говорят там разработчики, но, наверное, они сами забыли, что у нас уже есть кайнозойские гибриды, и это вообще по счету, наверное, третий анонсированный гибрид. Это у нас будет гибрид Элас Материя и какого-то кабана Археотерий. Или еще кто-то там, да, я как бы особо не внедрялся, но видно, что клыки — это клыки кабана, и по размерам он ближе, наверное, будет к кабану, и вот есть такой носорог, рог, как у носорога, да. Но они говорят, что это будет первый кайнозойский гибрид, ребятки. Ну ж, как мы помним, у нас уже был гибрид Индрикоцер, то есть кто-то даже успел его сделать, я снимал по этому поводу видео. Это у нас был Индрикотерий плюс гигантский олень. Получился Индрикоцер. Еще раньше этого у нас был анонс гибрид мамонта и Элас Материи. Я тоже, я как бы делал по этому поводу видео, но того гибрида еще не было, так чисто пофантазировали, да, мамонт плюс Элас Материи. Маматерий. А теперь у нас вот такое вот существо. Давайте мы сейчас зайдем в кайнозойских существа и посмотрим, кто у нас там ближайший будет кандидат. Так. Вот, собственно говоря, Элас Материй. Там четко прослеживается, ну вот, морда Элас Материй, потому что он и будет размером, может, из носорога. Как видите, кнопочки сейчас нет. Это вообще напоминает мне босса из первого Borderlands. Там был такой гигантская такая тварь, которую мы раздолбили, по-моему, из нее. Из нее какие-то птерозавры вылетели. Да. Ну и скрещивать его будут либо вот с Энтелодоном. Что-то мне кажется, скорее всего, с Энтелодоном. Потому что Элас Материи и Археотерий очень похожи. А, по названию как-то соединить слово название будет сложно. А вот Энтелотерий или Эласмодон какой-то, вот, да, можно вот так вот как-то попроще будет объединить. Ну, это получится супер редкий и редкий. Да, и еще вот как второй вариант, вот Археотерий. Такой вот у нас кабанюра. Не, ну клыки, клыки. У кого клыки? Вот у этого все-таки Археотерий, что ли, будет? А ну-ка, давайте сейчас мы глянем. Ну да, все-таки у Энтелодона нету клыков. Археотерий и Элас Материи получается. Такая вот у нас должна быть комбинаха, ребята. Так, что у нас тут еще есть интересного? Давайте поглядим. Так, есть вот этот супер-пупер сложный бой. Вот. То, о чем я говорил в прошлой серии, у меня здесь Индоминус, но, блин, мне нечем здесь сражаться. Короче, это очень сложный такой турнир, оказывается. Можно, я могу сейчас попробовать здесь зайти, но без самых сильных нам тут ничего не светит. Потому что... Кого бы это... Ну, тут была бы какая-то суперсильная амфибия, да? Ну, чтобы он ни на кого не подменялся. Но амфибии у меня нет суперсильной какой-то. А 2300, блин, ну кто-то из амфибий сможет тут продержаться? Давайте по атаке. Ладно. Ну, допустим, если я поставлю вот Горгазуха, но это чисто так, на мясо. Его сможет пробить за два удара. Ну, и он ни на кого подменяться, наверное, не будет. А хотя, может, и подменится, короче, нет. Что-то такая беспонтовая затея. Беспонтовая затея. Так, ну что тут можно сделать? Ну, что ты тут можешь сделать? Ну, вот так вот. Он просто подменится на Диплотатора, и чуть ли не за... У него будет сила ударов 7000, и он чуть ли не за один удар, короче, нас пробивает. Понимаете, как бы ситуация печальная. Ну, ничего, вот мы как бы не сможем вот этой штукой сделать. Зуб даю, сейчас нам наваляют. Ну, допустим, давайте я хоть отгрызу. Он сейчас подменяется на Диплотатора, у него 7000 и бьет меня на один удар. Это железо. Нет, смотрите, он такой чип не сделал. Ну, разница от этого не изменилась. У него 3 балла. И он меня сейчас полюбасу проатакует. А я его за 3 не пробью, походу. Так, ну и что мне теперь делать?
мне проатаковал на один, а у него было три. Блин, я сейчас, ну, сливаю индораптора, представляете себе? Ну, тут либо этого сливай, либо индораптора. Ну, это все, потеря одного очка. Ну, как видите, если бы я попытался защититься, он бы меня, ну, практически пробил. И здесь тоже лажа, полная лажа получается, ребята. Потому что там идет резина, которая как раз против меня сильна. Вот я его пробил. Терезина. Блин, я, может, выжил? Интересно. Может, конечно, и выживу, но... Ну, точно, да, выживаю. Но я его не пробиваю. Да. Ну, очень, у него такой набор из троих разных динозавров, тут как бы, ну, ничего не придумать. Я деплотатора интераптора и деплотатора не пробью, а этим я терезину не пробью. Блин, я честно говорился с вами, не помню, сколько у него баллов. Блин, да. Раз, два, пробил. Раз. Раз, два, три, четыре. Блин, а это если он перенес сейчас больше, чем один балл, нам там. Один. Так, у нас шанс есть. Ребята, мы прошли. Ха-ха, чудо случилось. Случилось великое чудо. У-ху-ху. Это можно праздновать. Да, ну не знаю, мне. Блин, я пытался этот бой пройти самыми сильными, я, короче, тогда проиграл. Ну, наверное, был тогда не в духе. Это было вчера, по-моему. Фу. Сегодня звезды на нашей стороне, ребята. Старание, труд, все перетрут. Но, к сожалению, я все равно его не смогу пройти, ну, у себя. Гладон-то у меня открыт. Но здесь вы посмотрите, афиакадон какой, горгазух, вот такой амфибии нам не хватает, хотя бы 16 на 4 и 23, почти 24 тысячи жизни у найзавра. Ну это, и опять же, они все три разные, это, ну, как бы сложно, сложно с таким противником что-либо придумать. Ну, некого брать, ребята, некого. И он как-то странно себя ведет. Да. Здесь я поставлю горгазуха, он подменится вот на кого? На унайзавра, скорее всего. Да? На унайзавра. Потом, допустим, индораптор. Индораптор вообще есть смысл его брать? 6000 жизней. Ну, маловато жизни у него. Индораптор и эрлифозавр, что ли. Опять же, но кем я буду пробивать горгазуха? Непонятно. Ну, давайте так, просто по фану пойдем. Пощупаем. Никаких надежд на победу нет. Чё, так он меня и так пробивает, ему подменяться-то не надо. Вот в чем прикол. Ну он не, смотри, я угадал, он подменился все-таки на унайзавра. Но меня не проатаковал. Значит, у него 3 балла. 2 балла, это хорошо. Я пока что тут держусь. Может, стоило, конечно, 2 в защиту поставить, один перенести. Да, это было бы лучше, потому что сейчас вообще печальная ситуация. Блин, ну я, мне бессмысленно даже пытаться защитить индораптора. Ой, у него слишком много баллов сейчас.
5 баллов, он меня атакует, значит. Ну, может, с Гаргазуха мы еще сможем забрать. Раз, два. Три. Ну, Афиакадон нас по-любому за один пробивает. Кстати, да, не так уж далеко мы от победы, ребят. Не так уж далеко, но против 11-600 удара нам противопоставить нечего. 2 балла нам не хватило, скажем так, до победы. Если мы поставили 6 защиту, да, он нас проатаковал на 6, тогда мы, по идее, за 4 его могли пробить. Так, что у нас здесь? Здесь у нас просто обычная, давайте не будем. И тогда сделаем еще боечек Кайня Злойскими. Возьмем наших будущих героев-гибридов. Да, все существа Кайня Злойские. Так. Не знаю, атака. Так, кстати, Элас Матери, нет, ну мы возьмем, допустим, какого-то там 30-го, где там, где ближе будет 29-й, вот здесь уже, я вижу, появился Энтеладон. Энтеладон. Вот Архиатерий. И Элас Матери, да? Так, это я правильно выбрал? А, не все, все, ой, ну так нам... Ну хотя, там, скорее всего, попадутся динозавры в противнике. А, давайте смотреть, у нас 500 на 200, грубо говоря. По 200. Ну, такого же уровня противника, как и мы. Никто не против кого не имеет бонусов. Удар он не пробивает или нет? Давай, яростный кабанчик! Ну, я уже мог его пробить, но не буду. Но хотя даже не пробил бы. Моя защита стоит. Давай! Я в тебя верю! Блин, лютое животное. Оно в реальности было таким близким. И так. 4. На все 4. Сейчас мы должны их наказать. Млекопитающие, давайте, накажите этих динозавров недоразвитых. Блин. Так, и раз, два. Ну, как-то так, давайте попробуем. Хотя надо было 3 поставить. Давай, Принозу. Да, ну вот почему надо было 3 поставить. Так, Энтеладон. Ого, Архиатерий, точнее. Это жесть. Раз, два, три. Раз, два. Ну, 3 уже поставлю, хотя, наверное, там... Здесь можно было как раз и 2 поставить. 800, самое большее число жизни. Зря, зря я поставил 3 на этот раз. Так. Это печаль. Он всего лишь один. Ну, рискуем. И проиграли. Увы. Увы, ребятки. Ну, тут такая ситуация была слева. Либо туда, либо туда. 50 на 50. Ой, бедный кабанчик. Ладно, тогда еще давайте один бой сделаем. Так, пусть там кто сбежал, пусть бежит. Давайте еще раз. Кайнозойская эра. По атаке.
Так, есть вот наш Эласматери. Давайте посмотрим. Так. Вот такого давайте возьмем. Вот так. Ну давайте так. Какой-то корявой такой троицей пойдем. На Мегистотерия древнего пещерного волка посмотрим. Так, 197, 317. Черт, нам сейчас наваляют опять. Потому что у него попались, ребятки, два... Вы поняли, кого? Два ледяных. Так, о. Ну... А вот так, что ты скажешь? Да? На кого? На динозавра ты подмениться можешь. А это уже неплохо. Так, ну, Мегистотерия, конечно, лучше не сливать. Блин, ух ты. Волк против динозавра. Черт, 4. Но решил вас не сливать. Так, ну кого мы сливаем? Конечно же, мы энтелодона. Энтелодона сольем. А! Блин, это ж PvP-битва. Черт подери, то есть она на паузу не стала. Она не стала на паузу. То есть нам засчитали поражение, да? Ну да, то есть, ну как бы не высветилось нам сообщение. Если бы это была обычная была битва, то нам бы оно высветилось. А, все начало налаживаться. Так, ладно, у меня там еще было два Эласматерия. Я помню. Вот есть Эласматерии. Так, если... И, ну и пещерный кто-то нужен, да? Титанобовушка наша любимая будет. Так, у нас 200-300 противника запоминаем. Титанобо у нас самая жирная. 300-200-200. Хотя у нас за два удара легко пробивает, у него, да, 700 сила. Противник играет точно как и мы, смотрите, он накопился. 4 балла, и проткнул на все 4. Так, ну время Титана Боа подживиться этими глупыми динозаврами и амфибиями. Титанобоушка съест динозавра. Ах. Так, ну, в общем-то, будем считать, ребятки, что мы победили. Надо перезагружать этот эмулятор. Что-то у него сегодня тяжелый день. Ладно, на этом тогда я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.